Друзья, всех приветствую! Сегодня у меня очередная распаковочка не нового флакончика. Я опять приобрела аромат на нашей парфюмерной барахолочке. И это будет Амуаж. Немножко пошуршим. Сразу скажу, что аромат куплен мной вслепую. Я его не пробовала. Хочу сразу отметить, что на самом деле мне очень нравится коробка. Я не знаю, очень симпатично. Наверное, из всех амуажей, которые у меня есть, это самая такая радостная, какая-то интересная, мистическая, загадочная. Разглядывает руку прямо охота. Сегодня будут, конечно же, только просто первые впечатления. Данный аромат снят с производства, насколько мне известно. Вот. Фейт. Очень красивый флакон. Вот какого-то такого бензинового оттенка. И вот ровно такой же. Вот смотрите. У него такой же многоцветный такой. Само как стекло. Стразик. Ну, наверное, оформление именно этого флакончика мне очень нравится. Друзья, если вы знакомы с мужским фейтом, то я буду признательна, если вы поделитесь своими впечатлениями, потому что я тоже на него посматриваю. Но женский фейт уже очень трудно где-либо найти. У меня здесь не магнитная крышка. То есть это говорит о том, что флакон старый, то ли с 12-го, то ли с 13-го года они стали выпускать флаконы уже с магнитной крышкой. Наверное, это единственный флакончик моей коллекции, который у меня с немагнитной крышкой. Хотя нет, у меня еще есть Reflection. У него тоже не магнитная крышка, и он очень... Вот он, видимо, тоже из старой версии. Вы знаете, я сейчас уже открыла крышку, и очень он уже... Я чувствую запах специевый. Специи, ладан, вот мне чувствуется ладан, и очень много специй, прям такой восточный. Так, давайте попробуем. Вот все-таки, знаете, их 50-миллилитровые флакончики, вот мне очень нравятся. Они такие миленькие, согласитесь, правда же? Очень необычный, на самом деле ни на какой не похож из ароматов, которые есть в моей коллекции. Он какой-то смолистый, специевый. Ну вот на мое ощущение он очень носибельный. А пока мне вот ничего в нем такого не отталкивает. Он какой-то согревающий. Мне кажется, вот он прямо сейчас будет очень хорошо, именно сейчас, на погоду, которая вот сейчас. Сейчас у нас конец ноября. Очень интересный. Поэтому, на самом деле, я довольна, что я приобрела этот флакончик. Мне очень нравится. Спасибо девочкам на парфюмерной барахолочке, что... Мне удалось познакомиться с этим ароматом и приобрести его в коллекцию. Я на самом деле очень довольна. Знаете, однозначно унисекс. Как подойдет как мужчинам, так и женщинам. Очень такой, видите, маслянистый. След такой на руке оставляет. Я очень довольна покупкой. Аромат очень интересный, поэтому... Если у вас есть какие-то впечатления, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень рада их почитать. И у меня очень интересен мужской фейт. Стоит ли его на самом деле брать? Пока его еще можно вроде как достать в интернет-магазинах. Он вроде пока представлен.
Очень-очень. Вот он прям реально восточный, очень древесно специевый. Вот не знаю, мне здесь реально почему-то лабданум и ладан. Я, честно говоря, не помню по пирамиде, если там лабданум. Ладан, по-моему, тоже точно есть. Ну, кстати, содержание данного аромата с названием аромата «Судьба», ну, на мой взгляд, на самом деле очень гармонично. Поэтому буду разнашивать. Попозже обязательно о нем расскажу. Нет, я очень рада, что у меня появился в коллекции аромат очень интересный. Я опять же не понимаю, почему его снимают с производства. Среди омуажей, с которыми я знакома, это довольно интересный и достойный представитель. Всем спасибо и до новых встреч!